Добрый день. Сегодня хочу рассказать, как отремонтировать разбитый световод от фотополимерной лампы. Для этого нам понадобится, собственно говоря, новый световод 8 мм универсальный, ну и оставшаяся часть от фотополимерной лампы и клей. Итак, начнем. Для того, чтобы достать оставшуюся стеклянную часть, надо его погреть. Для этого я уберу резиночки, чтобы их не испортить. Берем обычный фен и греем. Греть необходимо до тех пор, пока клей не начнет размягчаться. Ну, собственно говоря, все. Теперь необходимо зачистить от остатков клея, охладить и продолжить. Итак, продолжим. Я деталь охладил. Сейчас мы ее зачистим от остатков старого световода. Все, теперь можно приступать к установке нового световода. Берем клей. Я использую двухкомпонентный клей.
конечно, необходимо работать очень быстро, потому что клей очень быстро, данный клей у меня очень быстро начинает схватываться. Наносим чуть клея на сам световод. Чтобы здесь было красиво, остатки клея необходимо убрать. Все, с этой стороны световод должен быть вровень с обоймой металлической. Все, оставляем в таком положении до высыхания клея. Дальше необходимо установить резиновые кольца на место, и все, световод готов. Можно ставить фотополимерную лампу. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.